Больше так не могла. Самая первая супруга Валерия Меладзе рассказала, каково ей было после развода. Ирина Меладзе разоткровенничалась и рассказала о том, как она пережила крушение брака, который длился 20 лет. Недавно на своей странице в Instagram Ирина Меладзе решила подробно рассказать о том, как она пережила болезненное расставание с супругом Валерием Меладзе. По словам Ирины, ей было достаточно трудно перенести. Вот как она об этом рассказала. Много замужних женщин, находясь в токсичных браках, тем не менее испытывают глубокий страх остаться в одиночестве, даже если эти отношения сошли на ноль. Особенно подвержены этому деструктивному чувству женщины после 40, когда на руках дети и первая молодость позади. Да в общем, то и понятно. Я тоже в свое время в той или иной степени переживала все это. Ее поклонники решили поддержать в комментариях. Ситуация трудная. Когда с предательством столкнешься сама, забудешь все советы. Есть еще один страх – оставить ребенка без отца, лишив его тем самым полноценного детства и нанести психологическую травму. После того, как ушла от мужа, моя жизнь совершенно изменилась и изменилась в лучшую сторону. Боялась уйти, не знала, как жить буду дальше, но понимала, что тону и пропадаю. Главное решиться, а потом и крылья выросли, и силы откуда-то взялись, и помощь свыше.